Я хочу вам представить первого гостя сегодняшнего концерта, Алексей Кормин. Он сегодня проведет много времени на этой сцене. Стучит в окно осенний дождь, идет все воскресенье. И я спросил: куда идешь? Иду на день рождения. Так это стало быть ко мне. Я распахнул окно, ведь я родился в ноябре и жду гостей давно. И я давно к тебе стучу, хочу к тебе домой, ведь я давно тебе хочу вручить подарок свой. Вот видишь, лужи во дворе, они теперь твои. Аллеи в мокром серебре и с запахом хвои, круги на солнечной реке, грибы в проселочном леске и густоцветные пруды, и разноцветные зонты. Все это я тебе принес, расставил в честь твою. А чтобы ты счастливым рос, сейчас тебя полью. Как хорошо, как хорошо, какое наслаждение! Как хорошо, что дождь пришел ко мне на день рождения. У меня есть конкретное предложение: заменить все стекла на витражи, чтобы видеть в окне не свое отражение, а цветные картинки и миражи. Пусть это кому-то покажется странным, новые стекла в старые рамы. Звон. В этом деле есть одно осложнение: слишком много осколков и резаных ран, но зато фантастическое впечатление, будто в каждом окошке цветной экран. Цена небольшая на руках и на рамах. О-о-о-о-о-о-о. От старых осколков свежие раны. Стекла вон, ненужные стекла вон, звон. Но я вижу тебя, терзают сомнения. Ты в этой идиллии видишь обман, что пусть кто-то из нас испытает прозрение, тогда все миражи превратятся в туман, ведь стекла рассыпятся поздно или рано. Останутся только рамы да раны. Стекла вон, бесцветные стекла вон, красные, зеленые, синие, желтые стекла со всех сторон. Да-ра-ра-дай-ра, да-ра-дай-ра, да-ра-дай-ра, да-ра-дай-ра.
тарарам-гайра, тарарам-гайра.